И снова здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите официальную трансляцию The International 6. Это групповой этап, второй день Evil Geniuses против Escape Gaming. Комментирую для вас этот матч Mobster и Arsard. Здравствуй. Здравствуй опять. Всем добрый день, утро, вечер, кто только что к нам присоединился. Это вторая карта Evil Genius против Escape Gaming. В первой карте у нас одержала победу команда EG. И началась стадия пика бана второй мапы. Ну что, поехали. Расскажем что-нибудь интересное. Интересного, да баны, в принципе, особо-то не поменялись. Опять у нас Виспа с дровкой и с лондроидом оказываются в бане, как на первой карте. Миран и Батрайдер у нас были пикнуты Evil Genius. Escape Gaming забирает Elder Titan'а Найсталкера. Shadow Demon в бане на второй стадии внезапно оказывается. Ну и вновь Алхимик от ЕГЭ, дабы не мешать. Не то, что дабы не мешать, а потому что на предыдущей карте как бы пик был такой, обратный, да, и там Escape банили уже аппарата. И хотели себе забрать этого алхимика. Намекнули. И Evil Genius, да, они вспомнили это и решили забанить его сейчас. И тут Escape Gaming чуть призадумались. Что бы им сейчас тут подзабрать такого? У них просто сейчас следующий пик Escape Gaming. Evil Genius. Мирана Батрайдер, да? Кого бы еще? Ну, если Батрайдер в хардлинию. Мирана — это Сумаил. Скорее всего, кстати. А может и нет. Да, я думаю, да. Для Фера пикают героев таких более лайтовых, а как раз Сумаил, он такой мальчик для развлечений. Он с плеймейкер команды. Да, поэтому Мирана очень неплохо выглядит как плеймейкер, который покупает аганим в минуте так к 16-й, к 17-й порой даже бывает. Ну да, это просто нюкер, хороший нюкер, при котором можно драки в середине игры. Не тоже драки, хороший ДПС наносить в середине да, игры. Да, и при этом, кстати, хотелось бы отметить то, что Сумаил на этом герое сейчас играет вообще один из лучших. Именно на Миране, как кор Миране. Он ее все же для себя давненько открыл. И брал ее еще давно. Бейн. Ого. Старая добрая комбинация Бейн плюс Мирана. Да. Слип, стрела. Да, и допустим, даже если Мирана стоит где-то на центральной линии, это еще ничего не означает. Это просто приходит Бейн, все равно дает Найтмэра, все равно летит стрела. Разницы никакой. Разве что в том, что фраги будут делаться на центральной линии. Так, ответка команды Escape Gaming. Что они придумают? Я думаю, они сейчас должны играть в агрессивную доту против Evil Genius, потому что на предыдущей карте, конечно, они очень сильно просели по лайнам. Я думаю, они должны сейчас укреплять свои лайны. Не то, что было. Ну-ка. Сталкер есть, Элдер Титан есть. Два хороших уже таких нюкера, которые могут сноуболить тебя. Где-то минутки так на 5-10. Ну, для них остается все так же Джиггернаут. Если они хотят рассмотреть кор-героя сейчас. А появляется Котл. Котл. Набирающий популярность у нас. Не то, что набирающий популярность. Набравший популярность у нас суппорт. Да. Но он реально жестокий молодой человек. И теперь пика ЕГЭ. Так что котла с Вилатом, да, обсуждали. Собирает аганим к 17 минуте и хилит по 1400. Not bad. Да и вообще, кстати, да, обрати внимание, ведь интересно, да, в одной команде видеть и Найтсталкера, и котла. Это и день, и ночь. И день... От заката до рассвета. И как вот потом разбираться? Котл соберет, аганим будет день постоянно. Че Найтсталкеры делать? Кто будет за день ночь воевать? Я привык их видеть в противоположных командах, но не в одной. Ну да. И Свен появляется в Evil Geniuses. Это и есть герой для Юниверса, возможно. Свен? Нет. Ну, а, для Фира. Для Фира, да-да-да. У Юниверса. Юниверс Батрайдер. Юниверс Харди, да, на Батрайдере будет находиться. Ну все, сейчас стало уже точно на свои места. Свен для Фира, Бейн, скорее всего, PPD. Mm-hmm. Мирана у нас для как раз-таки Сумейла будет в миде, ну и Батрайдер будет в оффлейне стоять. О, и... О. Вот он, сигнатурочка для Койквы. Mm-hmm. Этот герой, на котором он побеждал многие команды в Соляндру.
Ну, не знаю, удастся ли здесь. Он, конечно, взял его, будучи уверенным, на четвертый пик. А также и видит, что Evil Geniuses, конечно, есть герои, которые способны его перехватывать. Это и Бэтрайдер, это и Бэйн в какой-то степени. Даже Мирана. Порой иногда стрелой может запулить в лес сплитпушечего Тинкера. Но ведь могут еще забрать героя ЕГЭ подходящего против Тинкера. В частности, бывает, там Шторм Спирита берут. Например, если Мирана внезапно окажется саппортящей, и на ней будет играть Зай вместе, ну, с PPD, на самом деле они то могут. Шторм Спирит возьмет Сумаил. Ну, на самом деле, они так и могут сделать. Почему бы и нет? Зай — это хорошая четвертая позиция. Он всегда может, он всегда находит фарм. Он очень жадный такой, жадная четверка, который любит подфармить, чтобы у него итемы были. И я бы на месте Escape Gaming на самом деле банил бы Шторма, потому что я думаю, ЕГЭ могут сделать. Могут сделать так. Для Шторма. А на Шторме будет играть у нас товарищ Сумаил. А это его, наверное, одна из самых лучших вообще сигнатурок. Один из самых лучших героев в его пуле. И лучше не рисковать. Да, вот он в бан отправляется. В принципе, да. Escape Gaming, они такого же мнения оказались. Отправили его в бан. Ну, это реально, это самая жесткая контра Тинкера. Да, это очевидно. Лучше нету персонажа, который в контре Тинкера. Который ищет Тинкера по карте, когда тот собирает блинк и трвала. Ну что, Элдор Титан, Найтсталкер, Котл, Тинкер. Что-то с физой? Что-то на керри нужно. А что на керри? На керри для эры. С Ларка, может быть, какого-то. Мне почему-то вот... Тини. Да, мне вот... Либо Тини, что-то такое вот неплохое. И на... Чен. Кстати, взяли буквально сразу молниеносно PPD на нем будет выступать. Давно. Давно у нас не было этого персонажа. Угу. Не знаю, вчера появлялся, может не, быть, где-то был... на параллельных трансляциях. Да, на моих трансляциях частенько залетал. И в бане постоянно с Enchantress сидел в паре. Я вот не видел, просто пропустил, наверное, те матчи, где появлялся этот Чен. Но все равно хочется посмотреть, как... А чё бы нет. Люди у нас вспомнят этого Чена, как на нём вчера играть. Вчера, кстати, видели именно Чена с Аганимом, который больших братьев брал. Дракона. Ну, логично, да. Какого-нибудь еще товарища. И просто, когда заходишь на хайграунд, с ними вообще очень сложно что-либо делать. Но тут на хайграунд ты просто не зайдешь. Да, Котл, Тинкер, Элдер, это все под Элдер Титан, и еще там Тини можешь насыпать. Ну, что-то слишком тут, жестко. Тут на рампу, пока не убьешь всех пятерых, можно, ладно, Сталкер можно ставить. Ну, может, Батрайдер кого-то вывезет. Может быть. Ладно. Будем смотреть, как это, что выйдет вообще. Так, поставлю-ка я, как опять-таки, предикшены. Давай вот так вот. Я пока представлю команды. Escape Gaming. Синдрон играет на Keeper of the Light. Койко играет на Тинкере. Йобзор играет на Элдер Тайтане. Тини — это Эра. Кстати, Эра на Тини-то, ух. Это тоже все-таки сигнатурочка в каком-то смысле. С времен Фнатиков он, да, на Тини. С Нотейлом на Виспе. Да, да, да. Какие да. Золотые времена-то были. И, кстати, я видел Escape Gaming Тини, на нем играл Эра в матче, по-моему, против Нави, если не ошибаюсь, это была их победная игра. И сейчас, очевидно, Escape Gaming готовы играть на победу. Ну и Кежу на Найтсталкере. И команда Evil Geniuses. PPD будет играть у нас на Чене, Зай будет играть у нас на Бэйне, Сумаил будет играть в Миди на Миране, Юниор будет играть у Флэни на Бэтрайдере, и Фир будет исполнять у нас керри с Вена. Так, как расходит командочка, опять поставили Evil Geniuses. Варди хороший. Такой беспалевный, очень трудно его будет сбить, потому что это не дефолтная точка вообще для начального варда, просто на глазик, вот на точку глаза ставить его. Так что вряд ли этот вард найдут, он будет хорошо стоять, будет видеть руну регулярно. Так, драка на верхней будет. Будет, под стрелу. Айда? Да? Четыре героя. Четыре героя против пяти героев. Юниверс тоже подходит. Нет, 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 смещается у нас на нижнюю руну, не захотели они драться. А зря, на самом деле, зря, потому что по-хорошему... Могут с Мираной-то, а? По-хорошему эскейпов на самом деле ничего нету. Элдер Титан без нюков, Тинкер, ну, с одним нюком, с одной стороны, слабеньким. Чен тоже на рун-контроле ничего не сделает. Он уже же вкачает себе контроль крипов. Но все равно, ладно. Оценили свои силы, Evil Geniuses, может, и верно. Решили остаться при своем. Баунтируна, баунтируна. Посмотрим за стадии лейнинга. Кто как, кто куда, кто зачем. Например, Кежу, Найтсталкер в изи линии против Бэтрайдера. Я не знаю, вот зачем приходить против Чена на сложную линию. Это всегда было опасно, потому что Чен сейчас возьмет крипа и сразу пойдет туда мучить суппортов. Ну, как-то не знаю. Для меня это странно, очень странно. Тут триплу должны выигрывать у нас
ЕГЭ. Ну, якобы с целью помешать ФИРу, но, по-моему, это вообще бесполезно. Ну, вот как они сейчас будут стоять? Вот уже бежит совуха, сейчас откуда-то издалека запустит торнадо свое, и вот что ты будешь делать? Если только бежать, сбивать, если ты его увидишь. Ну, вот под вардами он пробегает, да, знаю, что сейчас уже полетит торнадо. Да, идут немного встречать. Надо с этим совухом разобраться. Скушал Сентри и обзор. Сентри не успел забрать ППД. А так бы еще и Обсвард по-хорошему бы уничтожить. Но вот совух пошел, распушил торнадо. Но он теперь знает, что тут есть и Обс, и Сентри, и надо это сбивать все. И, кстати, вот что с Найтсталкером происходит на изи-линии. Хотелось бы сразу это отметить. Найтсталкер там вообще будет ему не бояться до первой ночи. Да, до первой ночи ему там действительно не очень живется. По КД это стаки напалма. Максимум, что он сможет сделать, это, возможно, на другой линии что-либо. Либо, ну, если там совсем батрайдер ошибется, то действительно на повышенном молспиде ночью с хорошим сайленсом, наверное, попытается его уничтожить. На меди. Сумаил 6-2 против Тинкера 7-2. Ровненько пока стоят. Размениваются крипчиками. Самая, наверное, интересная линия все-таки наверху будет. Тут должен там фьюзблад пойти. Или нет. Или Кизу все-таки умрет. У нас снизу уже полетел на нее Юниверс. Есть у нее еще манга. Ой-ой-ой. Тауэр перегрелся на Юниверс. Но я думаю, будет догонять. Ночи нету. Ночи нет. Ботинка нету. Ничего нету. Уже 5 стаков. И этот Юниверс должен... Это 2 удара это или 3. Это фьюзблад должен делать Юниверс. И красавчик. Да. Просто красавчик. Слушай, у меня такая вот теория появилась интересная. Все-таки трипл-линия на топе, да? А вообще, какой от нее смысл? Заставить перетянуться саппортов команды Evil Geniuses, дабы просто облегчить жизнь Тинкеру? Я не знаю. Но чтобы реально его не загангли, все-таки он выйдет и никакого эскейпа не имеет. Самая проблема в том, что если бы сбили вот эти варды, они просто вот, если бы ППД там не нафейлил, сразу съел бы сентри, то вижн не было бы в лесу, и они бы не могли бы видеть, когда Чен подходит к ним. И позиционку не выдерживали бы нормально. Очень-очень жестко. Ну да, было бы лучше в таком случае. Но я смотрю, как у Койквы дела в миде идут нормально. Получается, в таком случае, представь, как его бы замучил Бэйн с Мираной в миде. Они бы могли его просто унизить. Да, замучили. В принципе, все неплохо. И Чен постоянно вынужден стоять на верхней линии. Он не может просто отфармивать лес. Вот только получил Чен второй уровень. А на самом деле он к третьей минуте уже там левела чуть ли не четвертого должен бегать. Подфармливать это все. Поэтому он вынужден помогать у нас на топе. Ой, выход у нас на Зая. Будет хватать? Нет, не будет хватать. Там стан еще от Фира. Да, Фир помогает, чтобы Тинни не подбежал. Не смог. То есть Эра не подбежал, не смог сделать. Пока, знаешь, вот трипла остается. Чен, конечно, будет выходить на линию, но, возможно, он сейчас все-таки ППД чуть подфармит, левела получит. По сути, сейчас от этой триплы толку ноль. Мне кажется, время... Конкретно вот в данный момент. Время смока. Нужно оставить просто Фира аккуратненько стоять на топе, чтобы он получал там экспушечку и попытаться пробежаться, мне кажется, по карте. Можно и Кизу убить внизу. У Кизы вообще большие проблемы. У него 6 крипов, 7 крипов. 7 крипов против Бэтрайдера. Ну, 12, да, но левел... На целый левел опережает нас Юниверс. Как же я ждал этого парня, когда он опять включится, когда он опять заиграет на... Те 10 баллов, которые он играл там в 2015 году. На 100% своих возможностей. Для меня, конечно, этот парень очень-очень крут. Я да, его, мне его, он тоже я его мини-фанат. Импонирует его игра. Особенно те герои, в которых мы на прошлом инте припомним, да? Это Darkseer, вот этот вот сигнатурный. Ой, там такие вещи вытворяют. Оффлейн роль, которая, вот, она забывается. Она, наверное, одна из самых забытых в доте. Там суппорты могут классно отыгрывать, там как-то, ну, коры, понятное дело, соответственно, это там мидеры, керри всегда показывают там великолепный результат, там много киллов, там какие-то жесткие мувы и так далее. А оффлейнеры, они что? Это инициаторы. В тени, да. Синициировал, тени. Умер, ну, забрали, но ведь их кор забирал, да, после инициации. Его все хвалить будут. Очень мало таких оффлейнеров, которые выделяются. Кнопку не нажал, сразу захейтили. Да, выход на Зая, Зай минус. И лазер третьего уровня сейчас будет. Вот, Койку, да, забирает. Койку, вот любитель вот это вот. Именно взять и подстилить фражок. Но это, в принципе, плюс. Это для плюс Тинкера. Для Тинкера тоже. Все-таки ему сейчас как можно быстрее нужно выбираться в тревела. Ему очень нужно. Что бы там он ни делал, любые способы, как говорится, на войне все способы хороши. Все верно. И выход в эру. Выход оп, это смог, это спину. ППД еще выходит в спину. На Синдерена. На Синдерен будет нападать. Ну, там Эра-то прокинул нормально так Фира. Ну, должны меняться. Должна сейчас сетка идти от тролля, да, и просто рук должны сбивать. Да, ноль армора, там очень жестко заходит дэмэдж с ручек. Отхиливается флаской, маны нету, телепорт.
Да не может быть! Шоквейва нет! Да тут как? Да как так-то? Ну просто один удар не хватило. Отличная игра просто от Escape Gaming или плохая игра от Evil Genius. Надо, конечно, я думаю, больше второе, если честно. Как-то вот должны были, наверное, поаккуратнее с Эрой-то быть. Все же это Тини, который 2-2 раскачку имеет и неплохо да может уже забрать. И Сумаил, Сумаил, без ботинка он может встрять. Встрять может, забирает еще Кизу у нас. Надо телепортироваться. Грамотно Сумаил делал. Да, уходит. Если телепорта этого не было, конечно, очень опасно было бы сейчас для Сумаила. Хоть у него есть капли, но все равно его мог догнать этот сталкер. Сталкер без ботинка? Не догнал Бру. Да, он с Сталлоном сидит в лесах, потому что на линии ему просто Юниверс жизни не дает. Да, он даже ночью просто его испепелит. Ябзар. Зай, стрял? Или кто тут стрял в итоге? Зай стрял. Зай, да. Сейчас прокаст будет. Нет. Прокаст летит не в него, прокаст летит в Фира, но тут очень вовремя подходит Юниверс, цепляет в лассо Эру. Эра догорает, наверное, скорее всего, догорает. ППД тоже его здесь тетку еще закинет, на всякий случай. Синдрен пытается сделать тэп-аут, сбить его, естественно, тут уже просто нечем. Так что самый ценный фраг, который могли здесь получить команда ЕГЭ, получили. И даже не фокуснули никого, просто не смогли фокуснуть. Бэйн остался, да, в живых. Мне кажется, на месте Эры мог бы обратить внимание, что там Бэйн стоит в лесах и забит на Свена. Да не, он видел, он типа думал, что... Да, Бэйн и так обречен уже, его точно заберут. Я нападу, пойду-ка я, да, да, на нападу Свена. Уже на Свена и типа попытаемся сделать 2 килла. Ну, не тут-то было. И тот, ну, и тот выжил. Угу. За двумя зайцами часто бывает. Да нет, запогнаться. Очень хороший просто телепорт у нас под Бэтрайдера. И хорошая помощь своей команде. Ну что ж, а Сумаила, когда мы увидим, когда он будет помогать своей команде, телепорт у него есть. У него есть 7-й левел. У него есть 4-й Старшторм. Вторая стрела. По деньгам там пока не так все плохо. Занимает и делит первую позицию вместе с Койквой. Кстати, Койква скоро, чувствую, в такой разгон уйдет. Его бы реально в миде пытаться, хотя бы попытаться загангать, потому что не было ни одной попытки. Из-за этого шухера на топе, постоянного там убийства друг друга, Зай вынужден был, кстати, перетянуться на линию в боте, где он сейчас экспу получает. Но вот именно его-то как раз-таки мы, наверное, с тобой ждали на центральной бы линии. Все-таки Тинкер герой весьма уязвимый. Очень трудно убить в этой команде Койку, на самом деле, потому что его команда с ног до головы облизывает. Он постоянно обставляет вардами этот мидл. Кто-то постоянно на подсейве стоит, всегда есть телепорты, чтобы подсейвить эту Койку. Они же играют на Койку. Они играют 4+1. Это команда с Койкой, тут всегда так должно быть. Эти лондруиды в миде, тинкеры, они пытаются сыграть на него, чтобы он потом сыграл на команду. Чтобы он потом ходил, всех убивал. Они играют 4 суппорта. Ну, посмотри вот на героев. Реально 4 суппорта. Угу. Ну, ладно, там Эра еще периодически может что-то показать на своих кор-ролях. Но все же это команда Койквы. Так, пишут у нас, что Сундрен у нас завис. Ничего страшного, бывает. Пока. Ну, сейчас быстренький перезапуск будет. Я думаю, техники очень быстро все починят. Ну, вчера у нас в матче с Нави против Escape. Ну, там какая-то серьезная проблемка была, там полчаса ребята реально в паузе сидели. Так, можно переключиться. Не переключиться, посмотреть вообще, что у нас идет на других трансляциях. Ну-ка, посмотрим канал, где играет у нас команда Natus Vincere. Очень обидно, они проиграли на первой карте. Да, мы как узнали, когда вышли из кабинки, просто офигели. Да, они вели вроде там очень как-то хорошо, 6-1, там, по-моему, 11-5, что-то у них там все было хорошо, но потом как-то у них все не очень круто произошло. И сейчас тоже 5-5 против Альянсов на второй карте, что у них тут происходит. Ой, панда у Нави, ничего себе, брюмастеры пикнули. Включайтесь, ребята, юзайте мульти-твич, включайтесь на все каналы, смотрите сразу за всеми матчами, чтобы не пропустить ничего интересного, потому что все-таки это интернешнл, тут каждая игра... Она очень интересна. Что, мы продолжаем? Сумаил на миде. А нападение. Должен играть. Причем тотальное нападение. Под вышку он уже встрял без маны. Но, возможно, еще... Да нет, уже не уйдет. Кежу Войд под ночью. Не было вообще ни одного телепорта. Где телепорты? Почему Бэтрайдер не телепортнулся? О, как на хайграунд его закинул. Ой, еще убежит. Нет, не убежит. Юниверс очень быстрый. Под Винлейсом. Три стака. Нет, Зай. Нету телепортов. Не уйдет он. О, еще день стак. Наступил. Фу. Просто вот. Безысходность. Да, просто умирает. Killing spree. Юниверс. Сахил. Заработал. ППД пока в лесах. Есть аркан тапки. Я думаю, что и мека будет очень неплохо смотреться. Поэтому он пока будет заниматься фармом в лесах. И вряд ли ему кто-то здесь сверху помешает. Сверху Ябзар.
Да. Еще один удар. Нет, нет, хорошие стики произданные и просто он уходит. Не смог ничего Фир делать. Фира такие небольшие проблемки. Проседает он по фарму, идет у нас пятым по нетворсам. Не да и на еще... прошлой карте, знаешь, Урсо у него тоже там по нетворсам он чуть посинул. Да. Не дают, не дают Фиру разогнаться. Знают, что на что способен этот молодой человек. Очень. Молодой? Ну, это просто такое было название. Понятное дело, это... Это дед. Это дед. Смачок. Смачок от Will Genius. Он, кстати, не один же дед. У нас еще и второй дед, который сейчас там с Альянс играет. Который в Альянс играет. Да там много. И в Альянс тоже, кстати, дед играет. Все уже деды хорошие. У нас очень много дедов. Но Фир это первый дед. Да, а потом, знаешь, так, когда за International 16 деды воевали с Альянс. Два смока. Смока, ой-ой-ой, PPT может встрять сейчас. У него тут на самом деле есть чем ответить. Там и сетки, и шоквейвы. Его как раз таки испугались игроки Escape Gaming. Может, они гангать шли, так что их заметил этот товарищ. Был только что скан от команды Escape Gaming в центральную линию. Самаил вместе на с Займ находится. На опять. Встреет, нет маны, ничего нету. Должны его убивать сейчас будет. Очень... Light Shadow, Universe, тут Hand of God. Хорошо. Очень хорошо. Сзади PPD подходит, должны убивать Ебзора, сетка висит. Тут пытается раскастовать стомп, хороший флеймбрейк. Опять же в исполнении Юниверса. Да, Юниверс пока везде, он просто какой-то... Вездесущий. Вездесущий, да, везде оказывается, помогает. Не дает забрать просто так своих коров, своих керри. Снизу падает тауэр у нас у Evil Genius, соответственно, на топе тоже будет падать урок или что, или нет. Ну, ГДС врубил фир, должен падать. Но сюда стягиваются. Тинкер стянулся, сталкер стянулся, седьмой левел. Вышку это не спасет. Надо как-то забирать и убегать просто. Забирать и убегать. Кежу пытается сетка, вперед. Сетка, нет, под Найтмэром. Да все уже. Так, на меди. На меди Сумаил. Сумаил плюс Зай, который бегает там тоже. Сумаил тоже тут вышку неплохо. Все телепортнулись на топ. Это тауэр должен падать. Угу. Не должны успевать сюда перетянуться Escape Gaming. Да, он падает. Забирает Сумаил, и он потихонечку выходит на путь истины. Я думаю, что это, естественно, гоним. И еще не все на этом. Неужели Куйку пытаются забрать? Четвертый Старшторм. Есть стрела. Зай должен выходить вперед. И к нему заходит в спину. Рядом находится Ебзор. Старфол дается Койква. И 100 хп остается. Еще прыжок. Флеймбрейк. И погибает Койква. Но какой ценой? Еще Ебзора здесь подцепил Юниверс. Пытается его разгрызть вместе с Сумаилом. Сумаил его настрелять, конечно, пытался. Но не более того. На Старшторм мало уже не хватило. Тинкера забрали. Тинкер забрали. Это но... была и основная цель. Ну, у него травела уже есть. Если бы вот он у него чуть был раньше, бы там да. 1999 голды, и он умер бы, то было бы все печально. А так у него есть. Ну, он не потерял много. Ну да, он умер, да, забрали Тинкера. Но. Травела есть. Он все равно сейчас пойдет на сплитпушить по линиям, купит себе блинкдаггер и будет. Да, у него задача минутик 15 купить как раз эти травела блинк. И, в принципе, тайминги хорошие. А я думаю, он как раз в 15 минуте этот блинк и наскребет себе. А даже сейчас где-то в лесах пусть деформит на линии. Так, очередной стачок далеко отпушит. Планируется у нас от команды Evil Genius. Да-да-да, собирается все вместе. Вот он смог, вот он выход в чужой лес. Там у Чена есть вардики, но они в курьере. У Бэйна нет вардиков. Просто заход в чужой лес, без расстановки вардов. Будет попытка убийства. Блинкдаггер, кстати, там у Эра еще появился. О, он уже привез его. На нижней рунке. По идее, так что посмотрим, удастся ли Evil Genius сейчас... кого-то забрать. По идее, выход в лес довольно неплохой. Это выход лес в перспективе нижнего таура. В перспективе нижнего таура поставить сейчас вардишки, по идее, да? Сейчас, хотя их нет. Сейчас да. Они... Ой-ой-ой, какой еще Moonlight Shadow очень хороший. Они сейчас выход будут делать. А там Сентря стоит, там стоит Сентря, и они сейчас как сбегать будут. Койква, 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 нет. Сетка или что-нибудь, флеймбрейк? Юниверс, ты бесподобен. Ебзор, трещина пошла, стом пошел. Сумаил со стрелой напал на Койку, пытается его забрать. И дабл Старшторм делает свое дело. Сумаил тут очень кстати тоже. И в очередной раз умирает у нас Койква. Просто за минуту, второй раз уже. И это не конец. Это не конец. Еще эра. Еще эра. Нет, эра с блинком. Вовремя купился, конечно, блинк. Буквально да, там да. Тоже минутку назад появился. И хороший ганг у нас от Evil Geniuses. Нужного героя опять убили. Не суппорта, а именно Тинкера. И что вот с этим товарищем делать? Этот вот. Сейчас Свен... начнет с этим товарищем, не знаю, что делать. Он пока очень хорош. Свен у нас тоже, кстати, начинает набирать обороты. Настак улучшил себя. Ой, Сумаил убивает кого-то там и уходит. И уходит, нет, уходит. Да, уходит. Нету скиллов. Да, вообще ничего нету. Валач был, тос был, стомп был.
Свену Спейс очень много дали. Все, он начинает тоже разгоняться. На стаклсе Эншентов забыли про него. Вначале, конечно, очень много внимания ему уделяли, но сейчас про него забыли, и он пошел фармить. И он, машина, кстати, вот уже Огр Клаб. Но как думаешь, здесь все-таки это будет... Это сабля. Сабля, да? Я думал, что имеет ли смысл БКБ ферстайтом? Да я думаю, нет. Это потом 5 секунды БКБ в лейтгейме. Да просто. Ферстайтом БКБ без блинка, без каких-то там барабанов. Все равно ничего не можешь сделать. Конечно. Просто будешь включать БКБ и тупо танчить. Mm-hmm. Если до кого-то добежишь, хорошо будет. Если... Удар сделаешь. Да, ну, типа плюс-минус будешь делать удар. А сабля, она типа поможет разогнаться по фарму еще быстрее. Там еще ему как раз можешь и дайгер купить, а потом уже и блокинбар сверху. Ну и блинкдайгер, наверное, тоже потребуется в любой перспективе. Даже если при заходе на хайграунд, он тоже нужно будет против... Ну, нужно перелетать маш-машины. Нужно, опять же, котла какого-то того же самого в перспективе забрать, который позади стоит, если тот внезапно... Пипиди, стриет, с прокастом эра на него залетает. А что дальше? Сейчас наказывает? Нет? Нет. Это очень трудно наказывать. Я не знаю, ну, почему вообще не продолжили у нас эскейпы драться. Чена моментально фокуснули, могли на самом деле и подраться. Кстати, мы с тобой все хвалим Юниверса, а самого такого-то главного мы у него к 15 минуте не видим. Ну, барабаны из того, что собирает, а тут мода на барабаны. Если барабанов не было, то у него уже давно появился этот даггер. Он и пока и с барабанами очень хорошо себя чувствует. Ну да, по крайней мере, файты с помощью него провели. Это 4-0-2, это 6 фрагов, при которых он участвовал из 7 возможных. Ну, успокоился игра у нас, тут у нас подфармливает. Поинт-бустер у Кежу, бегает и Зорту. Лес стомпает. Мирана. Уже больше половины аганима. Не так уж много остается. 1500 золота. Копейки. Ну, эфир. Стакаем там энчентов. Делаем добрые дела. Фармим как можно быстрее. Уже, кстати, к нему прилетает квартерстав. А это готовые сабры. Хороший вардик поставил Сандрен. Но снизу как раз этим вардом не дал себя убить. Сейчас Зай очень хорошо спрятался тоже в лесу. Хотел выйти и убить этого котла, который агрессивно запускает волны. Так, ну что, выход на Рошана, что ли? Или нет? Похоже на это. И нету вижн. Нету вижн у Escape Gaming на Рошане. Или нет? Или просто под фарм идет? Да я думаю, что под фарм, может, как-то где-то кого-то могли бы подцепить. Но Юниверсу все еще блинкдаггер необходим, чтобы так агрессировать. Но Рошана, почему бы нет, под ГДСом, но вот хорошо бы, если бы медалька была. Так-то, в принципе, на самом деле они все равно долго с ним будут возиться. Флеймбрейк, может быть! Но не тут. Юниверс подкачал. Ну ладно, бывает. Раз на раз не приходится. Тинкер на топе. Уже начинают свои грязные дела. Сплит-пуши эти постоянные. Выход на низ. ЕГЭ забирают ауру, я думаю, без борьбы. Нет здесь ни одного героя эскейпов, нету здесь тинкера. Если сюда сейчас все полетят, это они просто как... Можно, кстати, даже и до тир 2 дойти. Там у Чена неплохой зоопарк довольно. Очень трудно подходить к таурам, в принципе, если там есть уже герои команды эскейп. Мы уже это обсуждали. Полетит тинкер, запустит марш и залетит в тебя волна... Но если не успеет, просто вот если не успеет. Если не успеет, то да, Кизу. Хотя с хайграунда здесь вот тут бы вард не помешал. Очень хорошую позиционку у ЕГЭ заняли. И сейчас можно ловить. Нет. Но вот этот таур тоже должны забирать, потому что они просто его окружили со всех сторон. Не дадут подойти ни котлу, ни тинкеру. Ребята просто из эскейпа стягиваются на топ и сами да. Таура начинают. Хотя бы какой-то план, да, сплит-пушить, разменять тир 2 на тир 1. Тут ли фортификейшн прожимается. Здесь вышка вот-вот упадет. Вышка на топе, скорее всего, также погибнет. Они знают, что типа внешние товара и Лжиню смогут занять, потому что вот как они сейчас сделали, они типа окружают таур и так вот начинают его ломать. А на тир 3 зайди попробуй. И они от этого, наверное, и отталкивают свою стратегию, что мы будем сплит-пушить до тех пор, пока к нам крампи не подойдут, а там будем уже защищаться. Юниверс вскоре до блинкдаггера доберется. Зай тоже потихонечку что-то на карте делает. 8-й левел имеет. По левелам ситуация у нас вот такая. Несколько больше XP имеет и Вилджиниуса. С графики заодно покажу. Опять же, да, это 5000 золота и 4000 XP с лишним. У Мираны появляется Аганим тем временем. Так, на топе Тинкер, Котл. Все, койка сейчас просто будет. Он сейчас появляется дагер как раз-таки через 100 голды буквально. И начнет напрягать очень серьезно. Его как-то пытаться нужно будет ловить. Кстати, тем временем у Юниверс тоже появится дагерочек. Угу. Еще пару стаков. Даже этот может быть достаточно. Леса все подфармит. Ну, а вот сюда полетит, потом еще на левый стак полетит, где волки стоят как раз. И принесет себе догерок.
Баунти Рун еще и, кстати, называется. Его команда здесь тоже, я думаю, чем-то веселым будет занят. Вот этим вот товарищем. Ну, да, что? Пора уже забирать его. И Ивер появляется у нас у Свена. Это что, это выход в Сатаник, что ли? Или в Тараску? Ого. Неожиданно, кстати. Очень неожиданно. Дагер для Юниверса. Ну, Рошан будет падать на халяву, сюда точно не успеет прийти эскейпы. Они и скан проюзали, они имея в виду Evil Geniuses. И Эра стоит на топе у нас. Да, видит, как они сплитпушат Тир-2, и для команды Escape Gaming, ну, тут Тир-2 это никак не заберешь. Да, и выход на топ сейчас, ой, на мидл сейчас будет, скорее всего, это Evil Geniuses будут пытаться забирать мидл Таурок. Посмотрим. А Universe Blink Dagger'ом, Эра, возможно, не в курсе, но он отступает. Почувствовал что-то неладное, только что забрали Рошана, вполне возможно уже пришли телепорты в топ. Занимает вновь вражеский лес Evil Geniuses и по варнам, и по всему остальному, правда, чего тут занимать-то, он пустой. Подфармить разве что лес. Вообще, кстати, вот по карте сейчас как работают Evil Geniuses, это вообще прям замечательно. Да, сплитпушит Тинкер, но то, как вообще располагаются Evil Geniuses, они тоже получают довольно много денег. Но это даже на графиках видно, то, что да. Они начинают перефармливать эскейпы. Без киллов даже, да, абсолютно верно. Эскейпы не фармят чужой лес, а ИГ и чужой лес и своих эншентов, и топ постоянно отпушивают. А эскейпы просто бегают где-то, фармят пару точек. Ну, койка на топе сидит по КД. Да, и фармит одну верхнюю линию только крипов и делит между Тинкером и Тини этих крипов. Так что Evil Geniuses пока по макроигре посильнее смотрится. Опять летит у нас Тинкер. Нет, не летит у нас Тинкер. Что же будет Фир собирать? Ну, Сатаник будешь собирать? Или нет? Тараска это будет, скорее всего. Гоним. Гоним сталкера. Угу. Ну, котлу как саппорту пятой позиции, конечно, сложновато будет Гоним получить. Так что пока будет ночь. Юниверс, может быть, и такого на разном блинке. Avalanche Toss отправляет Юниверса на фонтан. Подогоним. Доигрался. Доигрался у нас Юниверс, и у него был доминейтинг. Забирает стрейк у нас Тини. И это, кстати, очень-очень плохо. Да, это 899 золота вообще на троих. И 500 голды для Тини почти. Ну что, когда мы увидим уже реализацию Аегиса? Я не знаю, почему они не пытаются реализовать, как-то подойти и попытаться. Да, это Тараска все-таки будет у Свена. Не знаю, почему не Блинк Бар. Большое сердце. Блин, Блинк Бар бы собрал. Да, странно. Вато чуть-чуть. Ну, посмотрим, как они будут реализовывать эту тарасочку. Будет жирный, да, но не будет ни мобильности, ни защиты от магии. Может стоять в станах каких-то там. Ну ладно, его выбор. Юниверс ищет койку у нас. Как-то остановились ЕГЭ. Угу. То давили. Речку не хотят переходить. Просто теперь вот по линии действуют, угу. И все. Пытаются отбить все линии от этого Тинкера. Может быть, забыли, как. Может, какие-то ключевые артефакты мы все дожидаемся? Может быть, эта Тараска даст какой-то толчок команде Evil Geniuses? Ну, нужна Тараска, нужен на PPD, чтобы Таура нормально тоже подходить. Тоже и Блинк Даггер необходим. Пайп нужен. Да. Ой, и пайп. Вот она встреча, вот она встреча надо. На Эльбе. Наконец-то. И Эра отступает. Ну, Блинком сбили. Юниверс может подцепить Эндрена. Тот, конечно, бластом отбрасывает. Дает маны лик. Тот продолжает за ним лететь. Теряет фактически всю ману. На ласу маны не хватает. Успел кинуть флеймбрейк. Стан от Свена. Стомп от Ябзора. Синдрен все продолжает бежать. Не неужели нужно. Забрали только Эра? Го, нет. Да, только Эра погиб. И крипов здесь нету. Они не могут даже на рампу зайти. А Тинкер все на топе. Тинкер все на топе. Топе, Тинкер. Зай. Зай был, знаешь, вот у него 1700 монет. Вот когда у него появится Блинк Даггер, он сможет более эффективно перехватывать этого персонажа. Ну, походу, он Блинк будет собирать, да, потому что нужно как-то подлавливать. Ой-ой-ой, опасно, у нас Сумаил. То есть не Сумаил, а Кизу, наоборот, бегает опасно. Ну, он довольно быстро бегает, все-таки ночь. Так что попасться там довольно сложно. Так. Центральную линию там чуть поддавил. Также Сумаил. А Игис сейчас упадет уже скоро. Пипиди. Пипи-пипиди. Тарасочка. Все, сейчас летит к Свену уже Тараска. Я думаю, на мидл будет выход под эту Тараску. Но Аегиса не будет уже, когда они соберутся. Зай чуть-чуть остается у нас до даггера. Буквально соточка голды. Да, он там на топе ее получил.
всегда. Ну давайте, где экшен? Как ты и сказал, знаешь, он везде находит такое место, где подфармить, при этом своих тиммейтов не отбирать. Это нужно. Искать пустые места, потому что они практически всегда есть на карте. Сумаился еще на разведке. Хотел вставать сейчас Moonlight Shadow, увидит, что оппонент находится рядом, но все-таки тиммейты наверняка его сейчас должны что-то дофармить. Да, тоже хотелось бы увидеть экшен. Вот этот постоянный тинкер на топе, бессменно, который там уже находится в течение последних минут. А с другой стороны, все равно мы видим, как команда Evil Geniuses продолжает выбиваться в лидеры. Денег они получают больше, фармят они больше. Они тем самым выигрывают игру. При этом не дерутся, но выигрывают потихонечку. Графики чуть-чуть тормознулись, на самом деле, на месте. Они хоть и падают вниз, но уже не с такой скоростью, как это было. Ну вот сейчас попробуют, наверное, ускорить это. Сумаил забирает хосту, с PPD отправляется на топ. На топе находится Фир, сзади на подстраховке Зай. Сюда же в пятером команда стянулась Escape Gaming. Хотят забирать Фира. Фира просто тараска и ничего больше нету. 3000 денег, 28 армора. Ну, зеленого, в смысле, там, под вышкой, под тир 2. Так-то вообще под варкраем. Плюс 20-ка. Ну, нормально. Живет парень. Сейчас, может, какой-нибудь еще сверху кирасу накатить. Накатить можно всегда. Ну, Блинкдаггер, я считаю, ему реально будет must-have, потому что инициация как таковая. Сейчас, если вы не деретесь, то она и не требуется. Но рано или поздно на рампу придется зайти. Юниверс пролетел по лесам, никого не заметил. Хотят они эту тинкер поймать, вот просто он постоял там 10 минут на этом топе, и только сейчас пришли Evil Genius, пытаются его поймать, что он сюда будет телепортироваться. А что делает тинкер? Он просто взял и перетянулся вниз, и теперь там будет стоять 10 минут. Просто будет отжираться. У нас тинкер, кстати, почти уже вышел на первое место по нетворсу. 11 тысяч у него. Скоро догонит у нас Свена, скоро догонит и Патму. О, поставили вардик наконец-то. Хороший классический такой вард. Угу. Антитинкеровский. В большинстве случаев ставят. Ну давайте, ребята, что-то придумайте. Хотя бы смачок. Мы хотим увидеть экшен. Да и не только. Мы, наверное, зрители тоже уже соскучились. Да, Сумаил тем временем, кстати, соберет себе Иул. У нас последний килл был как раз с этим заходом. Где-то минуте на 25-й. Нет, не 25-й. Не, 25-й это сейчас. 24-й минуты. Минутки две назад он был. А перед этим вообще на 20-й был. Так что у нас в течение за там 7... За 6 минут, да. Да, где-то 6-7 минут у нас вообще киллов почти не было, не считая этого. Фармят, ребята. Линзу собрал себе уже тинкер. Я думаю, выход следующий будет либо в догончик, либо в аганим. Нужен такой магически хороший прокаст в драке. Зая цепляет. Ну вот она, наконец-то. Это ответочка у нас от эскейпов. Да, там тем временем, пока Тинни разобрался с Бейном, Сумаил стрела наперед. Но там уже отступает команда Escape Gaming в большинстве своем. И отступает она без потери. На бот, кстати говоря, приходит тинкер. Здесь PPD, но он никак ему помешать не может. Как-то пока Evil Geniuses вроде бы в болоте в этом находится. Против тинкера мерзко играть, но... Просто фармят. Просто фармят и пытают всё. Критическую массу себе поднабрать. Ну, вот набирает она, по чуть-чуть капает она. 7500 там по золотишечку. Ну, вот уже 2000 у Свена еще сверху. Да. Пока нормально. Я сейчас, думаю, кстати, Блинкдаггер может. Даггерок-то должен быть. Просто в жир на этом Свене уходить. Не камильфо. Мы уже видели, что он не может никак поймать, когда они, помнишь, не поймали Зая на боте. Когда они гнались. Стан вроде бы есть, а толку? Стомп есть в ответ. Не Зая, Синдрена они не поймали. Да, Синдрена, да-да. От котла. Фу, да, котла я... Извиняюсь, что-то я за ну да, просто не было фоллоу какого-то. Вроде там Сумаил бежит, там стрелы кидает, там, а Свен не может никануться там и стан дать. Ну, типа, он стан дал, но не сократил дистанцию как раз с этого даггера. А так бы просто блинканулся, сделал два удара бы со своего ультимейта. У нас Тамера и Шадоу Блейд, и Эхо Самбра, и Блинкдаггер. Ну, прям к бою готовится. И неужели это... Ну, смока нет, по крайней мере. Ладно, пока у нас идет пассивная дота, расскажу, что творится у нас на втором канале. Альянсы 28-15 ведут, 34-я минута матча. Упал мидл у Нави, и падает вторая сторона, и, скорее всего, это будет good game, и Альянсы закончат эту серию со счетом 2-0. Да, что-то ты расстроил как-то. Я расстроил, но это правда. Это правда, и это, да, это, скорее всего, 2-0. ГГ пишет у нас генерал. Альянсы...
выигрывают свою Best of 2 серию у Na'Vi со счетом 2-0. Дерби не получилось. Да, у нас тут тоже печально. Вилл Джениусы вроде как наконец-то шли подраться, подумал Light Shadow. Заглянули во вражеский лес, оставили там свой Vision, но никого при этом не нашли. Все так же на топе находится Тинкер, все так же на топе находится Эра. Все фармят, кто что может. Сейчас даже графики несколько чуть назад повернули после того фрага, который сделали на Зае. И наблюдают Кежу на топе. Показался он. Ага, он даже съел этот вард. Кежу нашел вард против Тинкера. Освободил ему тем самым пространство. Мол, приходи теперь вновь сюда, на топ. Хитро. Ну и прочитано действие, с одной стороны. Ну и должно быть так. Где контакт? Нужен контакт. Почему все фармят? Они хотят просто, чтобы у всех было по 6 слотов, и потом законтактировать. Показать нам просто великолепный замес. Я такое не особо люблю. Тут Рошана буквально появится в течение там 2-3 секунд. Вот он уже на месте. Спортсмен. Да, надо забирать. Можно даже, ну, можно ГДС подрубить. Да, я думаю, прям так будет. Можно, да? И так можно забрать спокойно. Это уже хорошая атака у Свена. И так под волком там, под всем. Не надо тратить ГДС. Так он умрет. Сканс заюзали Evil Geniuses. Могли бы заюзать на Рошана, прочекать, что они там находятся. Но не успеют, соответственно. Не-не-не, это ЕГЭ проюзали скан. Не успеют они сюда прийти, не успеют. Вот они бегут, 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 да, бегут, 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 то. Бегут. Главное развернуться вовремя. А может быть, подерутся они против этого Aegis'а? Слушай, а Рошан пока падает. А они успевают? Медленно, они да. Успевают, перестали бить у нас просто ЕГЭ. Они встали в позиционке, потому что потеряли. Да, сейчас будет драка. Moonlight Shadow, ГДС Пир подрубает, дабы добить Рошана. Идет стомп от Ябзора. За рядом находится, кидает Найтмэр. Туда стрела должна лететь наверняка. Врывается на него Юниорс очень быстро. Просто лопнул. Ну и следующим котел. Нет, стан. Стан. А, он к Длиммеркейпом находился, а Вижена не было стрела, у команды. Стрела Вилджиниус пролетела буквально там через 0,1 секунды после телепорта Сундерена. Так бы 100% попала бы. Стрела в котла. Но в любом случае, Aegis дает уверенности команде Evil Geniuses идти дальше. И сейчас они будут испытывать всю боль захода на хайграунд против тех героев, которых мы видим в пике у команды Escape Gaming. Нужно отзонить котла, нужно всех отзонить, чтобы сюда не подходили. Вот он, тинкеры, котлы, чтобы они издалека пускали, чтобы они крипов хотя бы не убивали. А крипы только-только с речки подходят. Сейчас еще Элдер Титан подойдет и начнет спамить свои иллюзии. Элдер Титану там уже все хорошо. 10 уровень, 4. Ой-ой-ой-ой. Эра. Эра в Шадоблейде. Бес, бес. У нас бес Aegis'а, Свен. И он может стревать. Нет. Да, все нормально у Фира. Правда, тот без ГДС. Еще 12 секунд. Неплохая трещина. Синдрен, Койква, оказывается под ударом. Тут Сумаил Старштором ему нормально дамажил. Перепрыгивает и Синдрена. Синдрен также отправляется в таверну. Это минус 3 и даблкил от Сумаила. Нету байбека у нас у Тини. Нет байбека у нас у котла. Но и есть байбек у Тинкера. Он сидит в таверне, да. И сейчас этот тир 2 таур потеряют. И если пойдет на рампу чека, Тинкеру придется байбекаться. Ну, выбивать байбек просто обязан сейчас Evil Geniuses. У них сейчас, что осталось по ресурсам, в принципе, есть Талса у Юниверса, кстати. И ГДС появляется у Фира. Сумаил тут развлекает неплохо команду. И обзор встрял! Ой-ой-ой, как и же это неприятно. И обзор без байбека тоже. Все, надо выкупаться Тинкеру. Сейчас либо мидл потеряешь, просто уже нету у тебя... Нет, глиф есть еще. Глиф есть, но Тинкер вот выкупается. Вот и тот самый байбек, которого мы ждали. Глиф надо прожимать, пока у Свена работает его ГДС. Сумаил возвращается обратно. Там на него воет. Кежу набросил. Койква отбрасывается ракетами. Глиф Ратификейшн уже был. Так что сейчас мы будем наблюдать, скорее всего, как бараки, возможно, будут падать. Выбили только Aegis и Escape Gaming. Надо отходить, надо отходить. Потеряли. Ой, они очень много заработали. Они сейчас несли еще тавер. Ну, по золоту. По нулям, правда, какую-то у нас. По золоту просто график упал сейчас в бездну какую-то. Да. Снесли два тавера, убили двух героев, трех героев. Я думал, будет все гораздо сложнее для команды Evil Geniuses. Они себе упростили задачу. Точнее, как? Им, наверное, Escape Gaming упростили задачу захода на хайграунд. Огонь появляется, по-моему, у нас у Чена. Если... Так. Чикен, чикен, чикен. Нет, лук летит для Сумаила. Это наверняка будет у нас и Feral Blade. И БКБ для Фира. БКБ для Фира. Да. Сильно. Все хорошо. Очень все хорошо. Фир вообще сейчас станет крайне таким плотным товарищем. Тараска ему дала возможность просто куда не ходить. Всех бьет и теряет хп, просто всегда фул хп бегает. Он Тараскому даже позволяет, знаешь, настоять под марш-машинами и бить просто вышку. Да, на хайграунде. Ему просто плевать. 3500 хп у него.
Так, стяжка на топ у нас от ЕГЭ. Хотят и этот таур тоже забрать. Или не хотят? Хотят или не хотят? Смайл полный эфирил. Ой-ой-ой, половили койку. Это же... А у него нет байбека минуту. И знают об этом. Сейчас просто моментальная стяжка пойдет на мидл или нет. Или этот будет таур все-таки забирать. Да, будут забивать этот таур и просто с этими грипами заходить у нас на мидл. Нет, или на мидл, или на топ. На топ, на топ, на топ, на мидл. Я бы на мидл зашел, там нету просто уже таура. И просто на сибараке не хочу. Да, просто иди на мидл. Вот, сейчас с двух сторон должны сплитпуши. Да, ЕГЭ очень грамотно делают. Они и топ прессуют, чтобы Котл не мог разделиться. И на мидл будут заходить также Свен через свой... Через год стрэнч. Да, через ГДС. И... А на топе могли бы тоже таур коцать. Не знаю, почему. И даже Свен ворвался на кежуэр. Естественно, ничего не может сделать, так как Фир находится под БКБ. Ребята очень быстро сбривают Найтсталкера. Нету байбека у Найтсталкера. Вот, это вообще просто как-то очень неприятно. Юниверс, опасно. Есть Hand of God. Хорош подхил. На топ можно идти. На топ можно смело идти. Ой, пока как гранатой просто уничтожил дабл Старштормом Мирана. Сумаил уничтожает котла, хотя он делает байбек. Но уже падает вторая линия у команды Escape Gaming. Да и по-хорошему третья может появляется упасть. Стинкер, но нужно этот барак добивать. Нет, или уходить. Уходить или добивать? Не, можно подраться. Ну, Сандерена, Сандерена сейчас можно стереть. Где Патма? Где кошка? Патма вот, в таверне. А, здесь вот очень она, вовремя. А вот и Патма. А, вовремя подошел Койква. Надо уходить ЕГЭ. Либо они сейчас просто тут под Федоне. Их будут ловить, их будут цеплять. Не должны их отсюда сейчас эскейпы отпускать. Так, Эра. Пытаться как-то это сделать. Неплохой каст, кстати говоря, забрали Чена. Койква попался под лассо Юниверса. Дается трещина, в ней окажется Зай. И там оказывается и Бэтрайдер, само собой. Минус Койква, здесь очень вовремя оказался Свен. ГДС через 16 секунд, возможно, ребята уж точно добьют это эту сторону. Верхний барак, и можно еще на низ попытаться уйти. Ну, нет, нет, нет. Этот барак нужно добивать, нужно. Тратить жизнь свою, ну, добей барак. Да. БКБ у тебя через 7 секунд, ты должен уходить отсюда, просто убегать эфира нужно или нет? Не сзади хочешь. Зай на подстраховке. На подстраховке Зай, но они 2 на 3 тут, так что очень опасно. Вот пытается их догнать у нас эскейпы, бежит за ними Кизу, это все под иллюзию. Ну а у него БКБ есть БКБ, да, есть ГДС. БКБ ГДС, это я просто беспокоиться на него начинаю. Бам, и закидываю. И там еще под сплэшом Чутера не умирает. Ух. И на него дальше делает Блинкфир. И его там тоже он находит. Какой жесткий фейлик. Какой жесткий фир. Ну что? 5900 налички. Нету кстати. Байбеков. Сейчас будут телепорты на мидл у нас от команды Илжениус. И просто стяжка на нижний тауэр. Сейчас может кто-то да? себе там Тревела накупит. Тревела да. уже Тревела у Мираны. Тревелов жалко нету у нас. У. Ну есть тир один в миде стоит у команды ЕГЭ. Не так уж долго сейчас придется бежать. Сейчас всех развлекать будет. Он от фонтана не даст уйти у нас. Неплохо он Синдерена так да, загнобил. Просто под фонтаном. Просто под фонтаном развалил. И выучит сам себя. ГДС через 40 секунд, но и без него ребята свободно справляются с этой вышкой. Я думаю, что уже мы увидим заветную фразу GG от команды Escape Gaming. Прям чувствую, чувствуешь, когда уже прям пишет ее. Слышу кликанье. Escape Gaming 2-0. Уверенно. Проиграли. Уверенно. Да, игра, что первая, что от Evil Geniuses, что в принципе и вторая. Ждали они того момента, пока отфармятся коры, пока критическую массу у нас наберут коры команды Evil Geniuses, чтобы пойти вперед, просто чтобы было плевать на этого Тинкера, на этого котла. Ты идешь просто через это все, у тебя хп миллион. Грамотно.